Чистота планеты начинается с тебя. Именно этот лозунг стал главным девизом международной акции «Спасти и сохранить». В России этот год признан годом добровольца, а в Югре – годом гражданского согласия. Основная задача акции – привлечь как можно больше людей к защите окружающей среды своего края и сделать Югру территорией экологического благополучия. Около 40 мероприятий окружного, российского и международного уровней пройдут в Ханты-Мансийске. Акция «Спасти и сохранить» пройдет уже в 16-й раз. По официальным данным, за всю историю акции было проведено более 50 тысяч мероприятий. Отмечу, что Югру в этом году посетят представители 8 стран ЮНЕСКО. Свою позицию выразить в нетерпимом отношении к варварскому, скажем так, к отношению к природе, ну, к нашему общему дому, когда окурок ложится под ноги, когда мусор вываливается на обочину.